пить. Сейчас попьем. Все, мило, капюшонный куртку застегнуть. Три волка или три короля, пришедшие с дарами. Вот там вот у вас три ангела на фасаде играют. Сюда Раго. И башенка — это копье змееборца. Черепа — это жертвы этого дракона. И кости, которые хранятся у него в пещере. Вот такая потрясающая задумка и такое потрясающее исполнение вот этого дома. Хорошо? Есть. Следующий домик, который мы будем смотреть, это будет дом, который называется никак иначе, как дом Мила. Идем в паркинг. Королюшек пока с нами нету, да? Они с бабушкой в больницу поехали. У Королюша температура ночью была. Уже не первый раз. Камилочка, ты давай ты тоже сюда вот так встанешь, а я тебя сфоткаю. А? Где? Пойдем по лестнице? Дочь, слазь оттуда. Камилочка устала, решила передохнуть. Тебе нравится здесь? Это Берлин. Весь Берлин, да? Видно. Пойдем. Похоже на парк юрского периода, да? Да, зай? Камил, туда, до той. Пойдем, зай. Не из пряников? Нет.
Камила, аккуратно. Давай руку. Да нет, это, наверное, пряничек. Он рассказывает не про это, а про это. Ты не знаешь. Это он про это все это не рассказывает. Сейчас попьем. Камила, капюшон и куртку застегнуть. Три волка или три короля, пришедшие из Дарани. Вот там вот у вас три ангела на посаде играют. Так, вот мы зашли в наш номер. Ой, королюша, заходи. Куда туда? Нет. Мы сначала заходим в номер. На этом маме скорее. Да. Я могу с мамой спать. Если без мамы. Так, что у нас здесь? Здесь у нас шкаф. Шкаф. Унитаз. Это я. Раковина. Ой, тут даже ванная есть. Ой, как хорошо. Аж так хорошо, да, Камила? Я что? Не люблю ванну. Я обожаю ванну. Мне больше подушка. Подушка. А тут душ есть. А тут душ есть. Где? Тут вот стаканчики, кофейник, кофе, сливочки. Ой, отлично. Камила уже в шкафу. Все, будем обустраиваться. Пока-пока, наверное, да? Все, пока. Подписывайтесь на наш канал, пока я сижу в шкафу. Пока-пока. Да. Ставьте лайки. Да. Пока-пока. Да. Нажмите на классную кнопочку и на колокольчик, будет выходить новое видео и уведомления. Пока-пока. Спать.